в таком британском промоушене, известном как Cage Warriors Fighting Championship. А единственное поражение потерпел в декабре 2012 года. 3-5 minute rounds in the lightweight division. Introducing first the fighter on my right, fighting out of the blue corner. He weighed in at 70 kilos with a record of 12 wins, 8 defeats and 1 no contest. Fighting out of Bucharest, Romania, Aurel the Miner Putia. And now his opponent standing across the cage and fighting out of the red corner. He weighed in at 70.4 kilos with a record of 12 wins and only 1 defeat. Fighting out of Farnworth, Bolton, England, Saul the Hangman Rogers. Your referee when the action begins, Victor Korneyev. Ну что ж, у нас первый раунд. Такой проспект, коим является весьма колоритный Сол Роджерс и румынский Джорни Мэн, 12 побед, 8 поражений, Ариэль Пертия. Ну, пока активно начал румынский боец. Тем не менее, поджимает его Роджерс, сейчас попадает боковым справа. Ну, скорее, Роджерс выцеливает. Да, отличный перевод, тейкдаун. Забирает Сол Роджерс. Прихватывает голову, но навряд ли он его задушит. Ариэль Перти — это поздняя замена. Изначально должен был быть соперником Сола Роджерса Томас Уэбб. Но случилось то, что случилось. У Роджерса на 12 побед 8 побед приемами, 3 по очкам. Раз он выигрывал и один раз выигрывал нокаутом. Точнее, техническим нокаутом. Встают бойцы в стойку. Продолжается у нас работа на дистанции. И немножко такая нервная работа. Сумбурная. Да, сумбурная работа от румына. С Роджерсом все понятно. Он будет переводить в парт, рейд, душить или ломать там. Он это любит и умеет. Заработал он второй тейкдаун. Пока можете рассмотреть его спину. Да, очень живописно все. Картина маслом. Там не маслом, чернила. Но румын тем временем вышел на попытку сделать рычаг локтя. Навряд ли ему это удастся. Придавил его там, кстати, коленом Сол Роджерс. Не оставляет попыток румынский боец, но вырывается Сол Роджерс. И в свою очередь сам уже переходит в контратаку. Попытка гильотины со стороны Роджерса. Но набирает румын и даже зарабатывает тейкдаун, прихватывает ноги. Но попытка удушающего от Роджерса. Но одну голову задушить, конечно, будет тяжело. Тоже затекли руки, отпускает он. Смотрите, сверху находится сейчас Кортье. Ариэль. Хорошим ударом он залетает в партер. Встает и тут же получает колено от румына. И попытка бросить. Но в последний момент выкрутился Сол Роджерс. И уже забрал спину. Снова бойцы у стойки. Будет ли перевод в партер? Расставляет широко ноги Сол Роджерс, дабы обезопасить себя от контрдействий. Но вот здесь пытается подхватить его румын. Роджерс, тем не менее, сверху нагружает спину соперника.
Будет попытка броска. И будет попытка броска. И бросок почти прошел. Заработал тейкдаун Сол Роджерс. Может просто на одних тейкдаунах выиграть раунд. Наверняка же есть такие бойцы в ММА, которые как раз таки специализируются на тейкдаунах. Тейкдаунов 10 за раунд. Почему бы нет? Ну это еще надо сделать 10 тейкдаунов. Ну как есть в теннисе люди, которые просто эйсами выигрывают сеты. Ну это подача на вылет. Это я так уже, конечно, провел такие аналогии. Роджерс сверху пытается бить, заканчивается первый раунд. Но пропускает он от Румына. Румын, хотя и поздняя замена, но мы видим, он в хорошей форме и вполне по-боевому себя ведет. 10 секунд до конца первого раунда. Заканчивает его Сол Роджерс сверху. Ждем вторую трехминутку. Второй раунд. С лоу-кика начинает Сол Роджерс свою атаку во втором раунде, да? Не спешит ни тот, ни другой боец лететь вперед. И попытка прохода в ноги, да, и удается. Снова прихватывает голову румынский боец. Сможет ли он задушить? Ну, навряд ли ему это удастся, задушить одну голову. Полежал, подождал Сол Роджерс. И сейчас спокойно достанет голову, потому как ну нет, удалось задушить румыну Сол Роджерса. Вот такой неожиданный поворот в этом бою. Румынскому джернимену удалось задушить Сол Роджерса. В первом раунде не удался этот прием. А во втором раунде, в самом начале, он спокойно реализовал. Все, пришел в чувство.